На сцене шоу «Рассмеши комика» Дмитрий Соловьев из города Харьков. Дима, выходите. Добрый вечер. Настя, вы спокойны? Очень. Настолько спокойны, что на вырученные деньги вы написали «выкуплю Интер». Причем ограбить. Причем не только телеканал, а и футбольную команду. Да. Я так понял. Ну, что хочется сказать. Кем работаете? Юристом, да? Да. А где? В пенсионном фонде. Вопросов нет. Спасибо. Весело ли вам работаете? То есть деньги не сама цель, в принципе. Да. Тогда начнем. У вас 60 секунд, чтобы рассмешить комиков. Прошу вас. Скандал. Китайцы подделают корейцев. Дэвид Копперфельд умеет перекидывать деньги с Лайфа на Киевстар. У Веры Брежневой начали срастаться брови. Мало кто знает, что любовь к шансону передается по кругу. Шутка про iPhone. У восьминога девочки 4G. Пирожок с плутонием остается горячим более 80 лет. У мальчика с пальчиком у папы с локоть. Причем все шутки хорошие. Моя любимая шутка про 4G. Да. Браво! Вы выиграли 1000 гривен. Нет, Миш, ну перестань. Давай на чистоту. Ну если ты не знаешь, что такое 4G, давай мы объясним тебе. Ну что ты? Слушай, у меня фамилия на G начинается. Как я могу не знать, что это такое? Желустян? Дима, вы выиграли 1000 гривен, и мне кажется, можете успешно выступать на этой сцене. Вы можете приумножить ваше виртуальное, пока что, комедийное состояние и заработать 5000 гривен за следующую минуту. Или забрать 1000 и уйти со сцены. Что вы выбираете? Нужны деньги. Особо нет, но дело принципа. Ну, поздравляем вас. Поздравляем, вы выиграли 1000 гривен, Дима. Вы молодец! Рассмеши смешного, сделай, чтоб парень смеялся. Рассмеши смешного, и под столом валяться. Рассмеши смешного, пусть намочат колготки. Рассмеши смешного, но только не используй щекотки. А мне кажется, мог бы выиграть гораздо больше. Мог. Вот классический. Такой, классический реалист такой парень. Молодец. Такой, молодец. Все правильно сделал. Очень по-европейски. Пришел, заработал, пошутил, ушел. Прекрасно. Браво. Молодец, молодец. Дима. Хотя мог заработать побольше.